Один за другим в эти дни республиканскую партию покидают лидеры, люди, стоявшие у истоков ее создания. Республиканцы, пожалуй, прошли все этапы партийного и политического становления, от уличной оппозиции до ключевых должностей в правительстве. Правда, на этих парламентских выборах старейшая в Грузии партия не смогла преодолеть минимальный барьер – 5%. Покинуть команду решил и бессменный лидер республиканцев, экс-председатель парламента Давид Усупашвили, возглавлявший партию в течение 25 лет. «Я продолжу политическую деятельность в индивидуальном режиме и останусь в оппозиции к этой власти. В то же время я начинаю вести диалог со всеми, кто намерен продолжать строить свободную европейскую демократическую Грузию». При этом Усупашвили подчеркнул, он будет сотрудничать не с партиями, а с конкретными людьми, анонсировав таким образом возможное формирование новой политической команды. Пока неизвестно, найдут ли там свое место и другие экс-республиканцы. Судя по всему, пути бывших соратников на этот раз разошлись окончательно. «К сожалению, итоги выборов оказались катастрофическими для нас. Мы не то, что проиграли, мы потерпели крах. Я покидаю партию и не исключаю сотрудничество с такой легитимной силой, как правящая грузинская мечта». Штормит далеко не только республиканцев. Сразу после оглашения предварительных результатов парламентских выборов партию «Свободные демократы» покинул ее лидер Ираклий Авасания, профессиональный политик со стажем. Этой партии не хватило всего 0,5%, чтобы преодолеть минимальный барьер. Однако Авасания не стал продолжать борьбу и вовсе ушел из политики. Вслед за ним команду покинули несколько его уже бывших соратников. Аналогичная картина складывается и в ряде других политических партий. К слову, в прошедшем в парламент оппозиционном едином национальном движении тоже нашлись люди, пожелавшие отказаться от депутатских мандатов и покинуть политику. Однако лидеры партии не видят в этом проблемы. «Такого рода ситуация в рядах тех или иных партий является нормальной. Главное, что наша команда приняла решение войти в парламент, остаться в активной политике, и мы следуем своей стратегии». В свою очередь, правящей грузинской мечте тоже не видят ничего плохого во всей этой политической буре, мол, выживает сильнейший. При этом в Грузии уже зародились слухи, что в новой команде Давида Усупашвили можно будет увидеть и президента Георгия Маргвелашвили. В случае, если он якобы не пройдет на второй президентский срок. Сам Усупашвили опроверг эту информацию. В администрации главы государства никаких комментариев не делают. Звет Мчидлишвили специально для настоящего времени Грузия Тбилиси.